Москва. Метро, площадь Революции, улица Никольская. Это первое, куда я приехал сегодня, выйдя из дома. Первая моя любимая улица здесь, в Москве. Никольская, правда, вот тут меня встретила вот такой красотой. Реставрируют. Ну, вот так. Ну, опять же, спасибо, что без граффити. И все даже вот такое вот в стиле. Все равно дизайн более-менее нормальный. Хотя вот эта тряпка, да. Ну, постараюсь не смотреть. Я-то ведь говорил о том, что для меня Москва – это город визуального комфорта. Прежде всего. Ну, и физического. Ну, давайте посмотрим Москву. Сравним с Иркутском. Что мы видим? Направо чудесные архитектуры, которые, может быть, сейчас сяду и порисую. Не знаю, отважусь ли я здесь порисовать портреты, как я здесь рисовал, в общем-то, позапрошлым летом или позапрозапрошлым летом, в 21-м году. Вот. Может быть, уже не буду, потому что кураж, наверное, проходит, что ли? Не знаю, почему. Потому что стала рисовать на улице как-то не очень комфортно. Люди изменились сильно. Не знаю, я проверю, посмотрю. Может быть, найду более театральную, более интересную обстановку. Сейчас здесь музыкантов нету, как-то ничего такого вот я не вижу, не слышу. Вот. Ну и вот, да, это я не ожидал вот увидеть вот такую красоту. И что еще? А вот такую, видите? Что-то знакомое, неуловимо знакомое в этих тряпках. Но, есть большая разница. Там я вот вижу леса, а на лесах я вижу, идет активная работа. То есть, там конкретно реставрируют этот фасад. Ремонтируют и реставрируют. Все будет хорошо, я уверен. Ну, а я погуляю. Может быть, пофотографирую по ходу. Я вообще, несмотря на такое обилие красоты и интересных мест, наверное, ограничу свои видео. Дело в том, что я в Иркутске в 21-м году здесь тоже долго был, очень много снял. И не успел выложить и половину из того, что я снимал. Не говоря о том, что я снимал тоже достаточно много и показывал тоже достаточно много. Все это как-то так вот. А тем более сейчас в Ютубе это все сгинуло, по-моему. Поэтому я, наверное, свою киностудию прикрою. Картинки буду делать, как рисую, буду показывать. Ну, а делать такие уж обзорные экскурсии, как я делал, навряд ли смогу, а если буду делать, то буду делать это в очень таком ускоренном, упрощенном режиме. Вы уж меня простите. В нем будет больше искренности и меньше всякой редактуры. То есть кино, киностудию, свой Голливуд я все-таки прикрываю. Тем более ютубовский Голливуд я прикрываю. А буду вот просто кидать такие короткие, может быть, видео, как эти. Если кому интересно, я буду рад. Не интересно, ну что ж, это просто мой дневник. Вот. Это мой дневник. Это то, как я хожу и рисую. Без особых претензий. Будем проще, да? И еще раз повторю. Я свой основной контент сейчас буду выкладывать в ВКонтакте и в Телеграме. В Ютубе по случаю, потому что для Ютуба у меня там VPN, туда все, и вообще противно. Это отдельная тема, которую касаться не будем, а будем только любоваться тем, что нас окружает. Вот слава богу, я вот этот вот иркутский фасад прошел, и теперь вижу фасад ГУМа. Раньше он переводился, эта аббревиатура расшифровывалась как государственный, по-моему, универсальный магазин. Или главный универсальный магазин. Все-таки он был, по-моему, главный. А я вот и не помню. Ну, пусть знатоки подскажут. А я не буду сильно париться.
Что тут у нас есть? Не сильно, вот здесь не сильно все изменилось. Ну, Москва. Она есть Москва, что изменяться. Она и так хороша. Можно пойти туда, там вот уже музыканты играют. Переход на площадь Революции. Ну ладно, я сейчас пока прощаюсь. Может быть, пофотографирую, а может быть, и не буду. Что, вы Москву не видели, что ли? Кто у нас Москву не видел? Все видел. Огоньки горят. Вот. Электроэнергии у них много. Это не то, что у нас на площади Декабристов и на площади Конституции. Здесь даже днем, вот, видите, горят огоньки. Ну да, уже хотя бы в этом отличие. Ну ладно, все, выкладываю сырое. Кому интересно, там мне как-нибудь дайте знать. Я для вас еще что-нибудь буду такое выкладывать. Я сегодня обязательно еще и порисую, это я обещаю. Я, собственно, для этого и приехал. Пока-пока. 13 августа 2024 года. Москва, улица Никольская. Вот люди.